Всем, ребят, привет! Сегодня очередная распаковка посылок. Только что вернулся с почты. Отправил туда посылки и получил себе. Что получится из этого, вы увидите. Я их приготовил. Сейчас вместе с вами их дружно посмотрим. Что интересного, кстати, посылочки у меня сегодня и от подписчиков, и также, которые я приобрел для вас. То есть для розыгрыша в котах, бесплатных розыгрышах, ну, по-разному, сами знаете, стримы у нас иногда бывают совершенно бесплатно, дарим подарки. Так что погнали, 4 посылки сегодня, будет интересно. Ну что, погнали, да? Посылка номер 1. Вот такая посылочка, это у меня подписчик прислал. Давайте дружно вскроем, посмотрим, что внутри. Так, как она распаковывается. Наверное, так. Посылка пришла из города Волжский. Это тот, который в Волгоградской области. Так, упаковал хорошо, приятно. Вот в таком вот тубусе. Сидому поиск 63. Миленько, миленько. А с днем 40-летия от Стахия открыть на стриме. Блин, на стриме. На стриме. Черт возьми. Блин. Ну, я к стриму это видео приложу. Приложу. Так, как это все дело открывается-то? Блин, до стрима еще долго. Сегодня только вторник. Стахи, извини, я вскрою сейчас. Так, что это такое тут? Блин, запаял еще. Так. Блин, упаковка-то такая, знаете, солидная. Твою дивизию. О. Так. Интересно, интересно. Блин, чтобы добраться до него, это как и в мультике, знаете, Кощеева смерть. Твои дети. Так, и здесь у нас ништяки. Так, планка, латунь. Блин, дальше что? Еще, о, здесь планка и медаль. Вот это красота, вот это подгон. Что здесь написано? За освоение целинных земель. Нифига себе. Что-то я первый раз такое вижу, слышу. Ладно, дальше. О, а здесь металлопластика, как я люблю. Пуговка орляночка. Достаточно неплохая. Пойдет. Дальше металлопластика. Пуговица тоже, нифига себе. Вот это да, вот это хорошая. Хорошая металлопластику, я обожаю. А здесь, между прочим, типа, знаете, жар-птица из мультиков, который идет. Старинных, да? Похоже, похоже. Ну, пуговка зачетная, ее обязательно почищу, она будет у меня, как говорится, шедевром в моей коллекции. Дальше. Ну, это у нас Золотая Орда. Медная пула. А дальше тоже Золотая Орда. Медная пула. Так, цветочек. Крестик. Женский нательный лепесток. Чистку проходило все. Дальше какая-то, не знаю, Волгоград. Символично, символично. Посылка из Волгограда. И вот такой вот в тяжелом металле, между прочим, значок. И значок, я не скажу, что какой-то там советский, дешевый. Это из латуни. Латунный значок.
Дальше. Мужской крестик обычный нательный, с оборотной стороны молитва честному кресту. В общем, стандартный. Звезда остроконечная, причем звезда как бы нечастая. Нечасто. То, что это звезда начала советской эпохи. Дальше что у нас? Еще одна золотая орда, но, к сожалению, чистка проходила и полностью она не дочищена, и появились вот такие вот зеленые вкрапления. То есть я вам говорил, если начинаете чистить, то обязательно почистите до основания, чтобы не было болячек, иначе они могут проявляться. И, конечно, патинировать и консервировать, чтобы не появилось вот это. Дальше, еще одна пуговка. Ох, пуговка хорош. Это пуговка-орлянка на пушках. Классный подарок. Вообще, мне понравилось. В этом году подарков от своих подписчиков было очень мало. Да какой мало? Вообще не было. Вот, Стасий, как говорится, отдувается за вас, за всех. Прислал вот такой шикарный подарок. Очень понравилась медалька. Пуговка вот эта. Звезда зачетная. И пуговка... Ну, я... Ребята, я всегда говорю в лоб, что мне нравится. Звезда, медаль, пуговка раз, пуговка два. Ну, это банально. Мы как бы всегда это находим на копе. А вот это вот прям огонь. Спасибо, Стасий Лавров. Огонь. Дальше поехали. Посылочка пришла у нас из Казани. Вся такая в марках. Я уже знаю, что там, ребята. Я уже там знаю, что. Так что для меня это будет не сюрприз, но для вас это будет сюрприз. Почему? Потому что это у нас пойдет с вами на розыгрыш, ребята. На розыгрыш. Так что блюдите. Блюдите, что кому-то что-то достанется. Открываем. Та-дам! Вот такая вот красота. Кому-то будет доставаться. Здесь у нас я заказал один полтинник. Ой, один рубль. Все заказываю, ребята, у нумизматов. Вот, которые как бы иногда расстаются со своими шедеврами. Вот такой вот зачетный. Он, естественно, может быть, будет доводиться до в порядок, потому что нумизматы как бы ценят родную патину. Но она некрасивая, ребят, некрасивая. Вот, с другой стороны, вообще зачетная. Вообще класс. Вот такой. Дальше. Полтинник тоже будет на розыгрыше. Пойдет, хорош. Зачет. Еще два полтинника. Еще два полтинника. Перчатка. Без церемонии. Хорошо. Удаляем всякие лишние, которые могут помешать обзору. Вот это хорош. Вообще прелесть. Даже чистить не нужно. Родная патина ровная, красивая. То есть с ней я ничего делать не буду. Дальше. Еще один полтинник. Так, орел зачет. Трогать ничего не буду. Прям как есть, так и будет. Ну а дальше это тоже зачет. Тоже ничего с ним не буду делать. И последний полтинчик. Эти полтинники будут добавление к рублям, ребята. Добавление к рублям. Так. Тоже хорош. Патинировать ничего не надо. Чистить ничего не надо. Зачетный. Зачет. Так, вот это приятно тоже. Тоже приятный. Итого получилось тут у нас 4 полтинника и рубль. Как-то вот так вот. Дальше, что у нас? Еще одна посылка. Это человек, с которым я очень давно работаю. А, стоп, или нет? Московская область, город Коломна. А, это Эдуард Петровец, ёшкин кот. Так, а Эдуард, мне что-то
блин, вот это вот действительно интересно. Это, наверное, поощрение к дню рождения. Я как-то говорил, вот, никто мне ничего не подарил. И вот, видите, все-таки есть Эдуард Петровец. Так, легонькая. Интересно, что может быть. Блин, тоже упаковано так серьезно. Скотч все это. Придется постараться распаковать. Вот что ждать от Эдуарда Петровца, я даже не знаю. Ребят, я с ним не общался. Он мне не оповещал, что мне что-то вышлет. И это прям интрига для меня. Очень интригно. Так. 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 Давайте вот с этого сверточка. О, ребята, моя слабость. Ёж твою налево. Медаль. Ай-яй-яй, ребята, смотрите, какая прелесть. Это моя слабость, медаль. Здесь у нас Александр. Так, к сожалению, сохран не очень, но все равно это приятно. 1812-1912, я так понимаю, 100 лет со дня, наверное, Бородино или что-то в этом роде. Я даже что-то не знаю, не видно, что написано, но прям огонь. Вот за это вот огромное спасибо. Вот, он как-то намекал, но я как-то про это и забыл. И вот здесь вот еще какой-то сверточек. Отдельный сверточек. Что у нас здесь? Пуговка. Пуговка. Нестандартная, на пушках. Ёж твою налево, смотрите, какой сохран, а. Сохран бомбический. Ай-яй-яй. Ушко на месте, все суперски. Вообще класс. Вот этот подарок тоже огонь. Ну и последняя посылочка. Это у нас с первым классом. Пришла с Московской области. Вот, с этим человеком я уже как бы работаю давно. Вот, и я знаю, что там новый еще нет. Вспоминаете, да, кто так упаковывает? Распаковка уже была подобной. Посылок. И кто следит моими распаковками, они уже, наверное, знают, что внутри там. Да-да-да, это именно для вас, ребята. Именно для вас я заказываю у нумизматов такие вещи. Это специально для вас, ребят, для розыгрышей. Так. Ну, это кругляшки крупного размера, вы должны понимать. Вот такой вот рубль будет приводиться слегка в порядок. Пойдет. Дальше. Здесь у нас еще один рубль. Патина неровная, к сожалению. Вот, и тоже будет проводиться в порядок. Так, а это я уже не помню. Не помню, потому что как бы... Много чего всегда заказываю. Что это? А, все, понял, вспомнил. Это, ребятушки. Ай, порвал. Это у нас, ребятушки, чешуя. Чешуя. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Вот такая горсть монет. Горсть монет. Так. Всякие разные, да? Так, Петр вижу. Ну, в основном преобладает петровская чешуя. Да, петровская. Вот такая вот красотулька. Тоже пойдет на розыгрыш? Так, это что, медная, что ли? А, смотрите, какая жирная. Это какая-то странная. Медная, что ли? Вот, как-то вот так вот. Красота. Распаковка удалась.
спасибо огромное вот за такое количество присланных вещей. Кто не шарит, скажет: о, мусор какой-то. Извините, ребята, это не мусор. Это коллекции. Это супер вещи, ради чего мы всегда выходим на копы, чтобы что-то найти интересное, чтобы положить и порадовать себя именно коллекционными предметами. Так что вот так вот. Итак, ребят, в общем, распаковали, посмотрели, достаточно интересные находки. Огромное спасибо парням, кто решил сделать все-таки опоздалые, запоздалые подарки на мой день рождения. Но все равно огромное спасибо. Лучше поздно, чем никогда. Вот, посылочки класс. Огромное спасибо, Эдуард Петровец. Огромное, Стахий Лавров. Очень приятно, что не забываете своего седого, который старается вам чем-то помочь в нелегком деле, в кладоискательстве, в поиске, в шурфах, в чистке. Все это для вас. Ну, на этом и все. Ждем следующую распаковку. Ждем от вас подарки. Пока.